Депутаты Самарской губернской думы согласовали на пост прокурора региона Александра Блошкина. Его кандидатуру предложил генеральный прокурор России. Блошкин в органах прокуратуры трудится с 1993 года. До настоящего момента занимал должность первого заместителя прокурора Красноярского края. Напомню, кресло руководителя областного надзорного ведомства стало свободным с сентября этого года, после того, как Константин Букреев перешел на работу в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.